Добрый день, приятная минутка. Это New Mex Falls Day. День дураков. Или день смеха. 1 апреля. Этот перчик я показывала, когда он только цвел. Сейчас он весь в перчиках. Это я его на фоне плюща своего показываю. Вот такая красота. Перчики во все стороны дурашливо так смотрятся. Сейчас я его попробую развернуть со всех сторон, показать. У него острота невысокая, ну 1040, не больше сковелей. Может быть, даже чуть меньше. По описанию от 20 тысяч до 40 тысяч. Ну, ближе, наверное, так к 20. Вот и гофрированные перчики такие. Все извилистые, как колпак такой дурашливый смотрится. Очень красивый. Листья зеленые, такие сочный цвет, насыщенный. Кустик очень компактный. Но я его обрезала, то есть где-то он первую развилочку дал. Там всего было 4 перчика, и я уже макушечку эту оборвала, сантиметров 15 оставила. Потом пока такое есть. Он дал очень много боковых вот веточек, видите? И на них, на каждой веточке кластерами, такими букетами перчики. Потом покраснеют. Аромат у него перечный, обыкновенный. То есть, как бы с гастрономической точки зрения, обычный перчик. А красота, конечно, невероятная. Один из моих любимых по красоте. Наконец-то он у меня опять есть. Рада ему.